місті «Культурне життя» ми завітали до міжнародного турніру «Кубок співдружби» та чемпіонату України 2013 з акробатичного рок-н-ролу та бугі-вугі серед пар та команд «Формейшн». Скажите, уровень украинских спортсменов по сравнению со спортсменами других стран, какой сейчас? На сегодняшний день ситуация выравнивается, потому что был период развития Федерации акробатического рок-н-ролла Украины, когда каждый международный турнир наши спортсмены заходили на пьедестал почета. Будь это младшие возрастные категории или среди взрослых. Затем в течение 5-6 лет были точно выстроены, но они были одиночные. То есть сейчас ситуация выравнивается, и последний успех нашей федерации – это двухнедельной давности победа на чемпионате мира среди категории юношей. Надеемся, что это не последнее достижение, и то, что у нас сегодня в городе Харькове гости из России, Польши, Хорватии, то есть свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Пожалуйста, как возникла идея создания Кубка Содружества и какая основная цель преследовалась? Могу сказать то, что в то время, когда мы работали вместе в одной федерации огромной большой Советского Союза, у нас хорошие отношения, много соседств появились с Белоруссией и с Украиной. Но после нескольких лет самостоятельности, так сказать, наших республик, осталась только Украина и Россия. И они были очень мощные, достаточно мощные с тренерским составом, с составом даже спортсменов, конечно же. Вот. И 3 года назад я предложил нескольким тренерам, ведущим тренерам, создать такой называемый турнир, именно Кубок СНГ. Но Кубок СНГ довольно неуклюже, и давайте его назовем Кубок Содружества. Ну и получилось то, что сегодня получилось. На самом деле, спасибо Сергею Лишенко, президенту Федерации Всеукраинской рок-н-ролла акробатичного, то, что он взял на себя смелость назвать этот турнир Кубком Содружества. Идея какая? Идея в том, что каждый год в разных, а может даже 2 раза в год, в разных странах, мы дальше пошли за СНГ, Польша, Чехия, Украина, Россия, мы все готовы принимать этот турнир как по эстафетной палочке, понимаете, да? И знаете, моя любимая фраза – рок-н-ролл спасет мир. Для Харькова это очень важное мероприятие, потому что здесь присутствуют и детки, и молодежь, и их родители, и все, кто за здоровый образ жизни. Все здесь танцуют, все показывают свой уровень. Приехали гости, это очень радует, потому что мы привлекаем города из других стран. И мероприятие приобретает, набирает обороты. Наши ребята, которые работают в департаменте, сами танцуют. И присутствует Михаил, который мастер спорта международного класса. Он помогает нам развивать Харьков, развивать здоровый образ жизни. Я уверен, что у нас все получится шаг за шагом и подобные мероприятия, и мы будем их делать более масштабными. Сашенька, сегодня ты стала абсолютной чемпионкой в номинации соло. Я тебя поздравляю. Расскажи, пожалуйста, насколько часто нужно тренироваться, чтобы добиться таких результатов? Надо тренироваться 3 месяца где-то, чтобы хорошо стать, чтобы танцевать хорошо. И с 14 до 18 я тренируюсь. Каждый день? Да. Только воскресенье свободное. Скажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие цели? Хочу стать чемпионкой мира. Еще раз по рок-н-роллу. Я думаю, у тебя обязательно получится. Мы желаем тебе удачи и дальнейшего процветания.
сегодня увидели очень много талантливых молодых спортсменов. Ваши пожелания им и как добиться успеха? Ну, на самом деле, главное – это желание заниматься, стремление быть лучше и лучше. Очень много сегодня спортсменов, вот украинских, мы видели, которые, видно по ним, что они очень хотят танцевать, им это очень нравится. Поэтому, я думаю, если пронести через годы это стремление, то обязательно они будут чемпионами. Не перевершені виступи та підтримки спортсменів. Їх яскраві костюми нікого не залишили байдужими. Танцюйте та займайтеся спортом, адже спорт – це є життя.